Всем большой привет! Спасибо, что зашли на мой канал. Сегодня очередная распаковка товаров с AliExpress. Здесь не только ногтевые посылки. Давайте поскорее открывать. Эту посылку я уже открыла заранее, потому как мне нужно было посмотреть, что там. Итак, в этой посылке у меня 10 масок черных точек. Вот такие вот одноразовые. Здесь все на китайском. Ну, я думаю, что 10 минут подержать или же меньше. Я почитаю инструкцию на странице у продавца. 10 вот таких вот пакетиков. Следующий товар — это гиалуроновая кислота. Вот такая вот под макияж. Взяла на пробу, не знаю, она какая-то густенькая. Баночка полная, ничего не пролилось, не разбилось. Здесь пипетка. Ну, как использую, вам отчитаюсь. И 3 вот таких вот масла для кутикулы. Вишенька, апельсинчик и лаванда. Давайте откроем. Вот в таком вот карандашике они идут. Полные. Очень приятно пахнет, кстати, очень приятно. Вот такие вот, вот такая первая посылка. В этой посылке у меня брелки на ключи. Я не знаю, как они правильно называются. Это вот такие вот смайлики. Сейчас возьму ключ, покажу, как оно должно быть. Вот так, к примеру, это выглядит. Насаживается вот так вот на ключик. Эта цепочка просовывается в дырочку. И вот такой вот симпатичный ключик получается. Его можно повесить к связке, к брелкам. Вот такие вот классные штучки. Заказала я их 6 штучек, все разные. Сейчас быстренько покажу все вам. В этой посылке у меня вот таких вот 3 игрушки. Очень популярные, кстати, эти игрушки на AliExpress. Вот что-то уже прилипло к ним. Вот такие вот 3 одинаковых заказала. Очень мягенькие такие, тягучие они. Можно в разные стороны его потискать. Игрушка антистресс. В этой посылке у меня 2 новогодних вот таких вот чехла. Даже не чехла, а это можно назвать как корпус, не знаю, бампер. Они выполнены из жесткого пластика, они не гнутся. Чехлы на iPhone 7. Вот такой вот рисунок, очень хорошо сделан. Очень красиво выглядит, первый. И второй. Тоже очень красивый, все так красиво сделано. Мне очень нравится. Это пришло в этой посылке. У меня вот такой вот штампик с таким вот скребочком. Один скребочек. Маленький, пластиковый, жесткий пластик. Смотрела видео на ютубе, такой девочка клали к этой посылке еще несколько штампиков таких вот, типа Born Pretty. Не знаю, у меня только один. И вот сам, собственно, штампик. Вот я уже вижу. На крышечке есть брак немножко, но я думаю, это никак не повлияет. Вот такой вот он. Липучий немножко. Не сильно, но немножко липучий. И другая сторона. Очень липкая. Очень. Здесь вот такие вот стразики. Ну, в общем, этот штампик уже все знают. И я себе его решила заказать тоже на пробу. К своей небольшой коллекции неудачных, скажем так, штампиков. Ну, вот такое. Конечно, в последующих видео мы его обязательно протестируем. Итак, в этой посылке у меня вот такой вот органайзер для дисков, для стемпинга. Он тоже
мяты какой-то. Для дисков, для стемпинга. Маленьких, кругленьких. Вот такой вот. Сейчас возьму диск и примерю. Вот уже я укомплектовала свои маленькие диски. Вот. Все у меня поместились. Вот так вот они теперь хранятся у меня. Немножко эти самые кулечки, они как бы матовые, немножко скрывают рисунок. Ну ничего, разглядеть все можно. И я думаю, вот немножко достается. Вот это все маленькие. На данный момент это все маленькие диски, которые у меня есть. Вот так. Хорошо, все мне нравится. Следующий вот такой вот большой, на большие пластины. Сейчас тоже все их укомплектую сюда. И вот смотрите, с какой проблемой я столкнулась. Вот такие вот пластины, которые вот такие вот металлические, они хорошо входят. И вот с обеих сторон можно вставить по пластине. Вот как здесь. А вот такие вот с подложкой, они не помещаются сюда. Я пробовала. Но они либо рвут, либо очень туго заходят, их потом не вытащить никак. Поэтому вот только этот альбом для вот таких вот пластин без подложки. С подложкой как бы они сюда не поместятся. Это минус. Следующее, что вам покажу, это вот такую вот кисть заказала. Она была не очень дорогой. Я ее взяла для пудры, нанесения пудры. Мягенькая, хорошая, вор с нее не лезет. Немножко она сплюснута, как бы в транспортировке была. Но я думаю, будет хорошо справляться со своей задачей. Следующее, что есть в этой посылке, это вот такая вот фреза. Вот так она выглядит, синей насечкой. Взяла ее для удаления кутикулы. Не знаю, как она будет в работе. Решила попробовать. Такой у меня еще нет. И последнее, это набор вот таких вот кистей, предназначенные для акрила. Но так, я очень хочу попробовать гель-акрилатик, типа полигеля, что-то такое. Я вот заказала несколько вариантов на Алиэкспресс, вот жду, пока они придут. Я заказала себе вот такие вот кисти для их выкладки. Мне кажется, что очень удобно будет вот такими вот кистями их разглаживать и там, ну, тому подобное. Кто знает, как работать с полигелем, он меня поймет. Поэтому решила заказать вот такой вот набор. Думаю, лишним не будет. Это все, что хотела показать вам сегодня. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Мне будет очень приятно. И всем спасибо за просмотр. До скорой встречи. Пока-пока.